right decision, Gerech. Я поговорю с Пошерентахом. Поищу в великом храме. Павура, мир тебе. Как ты, Небет? Неплохо. Дети не болеют. А ты? Хорошо ли идут дела? Что-нибудь приглянулось? Ладно. Хорошо. Прощай. Стал полем боя, могилой. Сюда! Что ему от меня нужно?
Сюда, сюда! Эй, сюда! Нам нужно поговорить! Миджай, ты совсем оглох? На улице.
больше никогда в жизни не хочу видеть цветы. Шарек, прибери здесь. Но, госпожа Табири, а как же праздник? Его снова отложили. И если зверь не поправится, праздника попросту не будет. Ты не чета настоящий. Мы точно вспомнили все части ритуала. Уймись уже, наконец. Не сомневайся. Если умрет наше дитя, я тоже. Нет, мой лотос, не говори об этом. Я отправляюсь к дому провидца. Не трогай меня. Я ищу ящерицу. О, ящерицу? Еще одно несчастье Мемфиса. Город стонет под тяжестью проклятия. Болезнь, гниение, тлетворное зловоние. Бык Апис болен, он умирает. Боги нас покинули. Люди ждут от меня помощи, но я и сам брожу во тьме. А! Апис, что же мы сделали не так? Паш! Проклятье коснулось и моей семьи. В этом году трое наших детей погибли еще до родов. Жена опять на сносях, но если умрет и этот... Я займусь этим проклятием. Нам поможет провидец. Его дом на юго-западе. Если это воля богов, я приму их наказание рядом с тобой.
знает. Ротагеруе! Виксукер! Я айетай. Расти же, свет! Приди же, свет! Мое дитя! Наконец ты пришел! Кто это такой? Это Избавитель. Долгие годы я ждал его. Что? Ты... Спаси мое дитя от верной смерти. Давайте начнем ритуал. Принеси мне котел. Я повелитель того, что скрыто. Бесплотный дух, что парит в вышине. Я слуга великого бога. Отис, сегодня я взываю к тебе. Ответь мне, ничего не скрывая. Пусть твои глаза увидят. Лишенный влаги, да выйдет сюда. Сотис, да откроются их глаза. Горы песка. Что это за проклятое место? Кто это там? Что это? Вроде гробница? Нужно идти, или я сгину в песках. Это тень, пожиратель душ. Вечные стражи, что хранят врата. Те, кто пожирают души мертвых и поедают их тела. Я долго шел сюда. Я повидал многое. И теперь я один из вас.
Анубис, царь мертвых. Может, старик меня отравил? Да! Я! Уязвим. Ты не сожрешь мое сердце! Я беру свой лук и пускаю стрелу в небо! Я тот, кто прогонит разрушителя. Беру свой лук и пускаю стрелу в небо. Но я тот, кто вяжет узлы и хранит святилище. Я тот, кто прогонит разрушителя. Ты не сожрешь мое сердце! Больно? Вот и славно! Знай ярость Бога Солнца! Бога Ра направит меня! Нет, я не отправлюсь в долину тьмы! Поищу твердую землю! Я не дамся тебе, разрушитель! Мое время не пришло!
Вызывай ярость Бога Солнца! Теперь ты падешь! Умри, пожар! Я убью скорпиона из лука. Отец! Они вернулись, спаслись от того, кто призывает тьму. Мой ребенок жив. Хвала богам. Что ты видишь? У вас с ней один и тот же враг. Не ешь пищу из храма. Готовящий ее травит твое чрево плотью мертвых. Иди, убей отравителя, избавь Мемфис от его черных дел. Хвала тому, кто спасет всех нас.